сега нас плебет, на сметане я мешу. И на окошке я сужу, я от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Позвольте представить мне наших юных. Жил был мальчик по имени Кай. У него была сестричка Герда. Любимая бабушка и ящик с розами, который он очень любил. Но попал ему сердце осколок, поразил его зрение, и стал он видеть все уродливым и ужасным. А еще этот мальчик разучился любить, и тогда забрала его к себе снежная королева. Отчего рассказываю вам все это? Все просто. Я тот мальчик, я Кай, и я обречен.